Всем привет! Сегодня поговорим про таурин. Купить товары по выгодной цене со скидкой можно по ссылкам в описании к видео. Вы на канале Разбиратор. И для примера я взял таурин от компании Now и наш российский от Optimum System. Давайте вообще поговорим, для чего нужен таурин. Ведь многие знакомы с этим веществом, потому что он есть в составе энергетиков. Но не знают, что это такое, для чего он необходим. Таурин – это аминокислота, содержащая серу. Она имеется в большинстве клеток нашего организма, особенно в мышечной и сердечной ткани. Таурин участвует в обмене жиров, белков, углеводов, нормализует работу сердечной мышцы, укрепляет стенки сосудистого русла, устраняет гипоксию сердца, способствует нормализации ритма и артериального давления, также нормализует уровень сахара и холестерина в крови, полезен для нервной системы, помогает транспортировать питательные элементы и так далее. Очень много свойств. Кстати, в энергетиках таурин для повышения физической выносливости и стрессоустойчивости, а также выведения вредных веществ. Чтобы почувствовать положительные свойства таурина, его можно принимать от 500 до 1000 мг в день, но не более 3 грамм в сутки. Как раз таки в НАО в одной капсуле 1000 мг, а в Optimum System 500. Принимать по одной или по две капсулы с едой. Курс минимум 1 месяц.